Лор-терапевт, окулист, анализы крови и все виды обследований на одной площадке. Лавка здоровья выходит в народ. Врачи и медсестры Самарской поликлиники номер 3, спеццентра и центра профилактики предлагают каждому узнать больше о своем здоровье. Обычно на это просто не хватает времени. А тут сами пришли к пациентам. Это поможет сохранить здоровье и нацеливает человека на исцеление. 3-4 минуты и готовы результаты анализов на сахар и холестерин. Еще через 20 минут определяется ВИЧ-статус. Тут же электрокардиограмма, взвешивание, флюорография. По итогам врачи дают рекомендации или направляют на детальное обследование. Зачастую это позволяет выявить более сложные заболевания на ранней стадии. Сколько я вот здесь уже второй раз принимаю участие, выявляются особенно больные с глаукомой. Лавка здоровья работает в Ленинском районе Самары уже во второй раз. Первая настолько понравилась пациентам, что решили организовать еще. Человек должен все-таки подойти, посмотреть на нашу вот... на наше мероприятие, задуматься о своем здоровье, понять, что, в принципе, все-таки здоровье – это его в руках. И помощь врача в этом будет, если человек будет осознанно идти на профилактирование заболеваний. На ближайшее время назначены еще 3 выезда лавки здоровья. Кроме того, врачи напоминают, что начинается прививочная кампания против гриппа. Всех, кто желает безболезненно провести простудный сезон, приглашают на уколы. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События.